Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Полиота, мы продолжаем играть в Spec Ops The Line, вторая часть моего прохождения и третья глава. Я же сказал, в норме. Отлично, тогда вставайте. Я хочу понять, где мы. Кажется, как раз в том отеле, куда направлялись. И как нам выбираться? Так, ну, помните по предыдущей части, как нас завалило, в общем, попали мы в песчаную бурю. Завалило нас, в общем, вот этот вот отельчик непонятный. Например, через две. И что же? Ну, по сюжету у нас пока ничего не понятно. Мы операция спасательная, отряд Дельта был послан в Дубай. И на нас напали почему-то выжившие. Мы в ловушке. Да уж, попали. Вместе с 203-м батальоном. Есть контакт! Приказы! Так, в общем, нас пытается сейчас накрыть сверху. Понеслась, в общем. Все, с этой щелки все будут падать. И нас пытаться взять в клещи. Очень шустро разбегаются. Всегда я успеваю за ними. Так. Еще из-за солнца очень плохо видно. Это эффект ослепления прикольный. Сделал. Не новости, конечно, уже в этом плане. У многих игрушек это есть. Стало приятно. Солнышко здесь вообще приятно смотрится в этой игре. Очень так ярко, красочно. И все, самое что интересное, запоминается. Так, ну, тоже, кстати, можно стрелять по стеклам. Вот, если там увидите, что вот сверху стреляет, стоя на стекле, по нему можно стрелять, чего провалить. В дальнейшем очень, кстати, будет это эффективно использовать можно. Так, вроде отстрелились мы от этих. Сдаются? Не думаю. Слушай. Там что-то происходит. Оружие давайте подсоберем немножечко. Но на самом деле еще далеко не все. Стеклышко. Блин. Бомбы. Валим отсюда нафиг. Так, нам надо тут дверь. Ну, на самом деле, я не знаю, взорвутся они, не взорвутся, когда мы тут бегаем. Ну, взорвутся они, в общем, в итоге в самый момент все равно тогда, когда мы забежим в ворота. Это прикольно. Да, все чисто. Понервничать заставляет. Нужно найти выход. Блин, все время путаю. Пробил с левым шифтом. Мы же их спасать пришли. Если хочется нет, на спрыгивание нажать на шифт. Эти ребята хотят не болтовни, а крови. Лука прав. Нам нужно выбраться и найти 33-й, пока их не порвали в клочья. Значит, стреляем, потом говорим. Ясно. Найдем Конрада, он все объяснит. Слышали? Кто-то идет. Прячьтесь. Взрывчатка? Вы чем думаете? Они окопались. Делать было нечего. Вас могло засыпать, гидрене Феня. Где солдат? Тот, который с самолета. Внизу, сэр. Его охраняют? Постоянно. Так, пойду поздороваюсь. Агент Каставин, стойте. Что? Он же молчит, сэр. У меня заговорит. Уокер, это американец. Я заметил. С какой стати местные его слушают? И почему он враг проклятых? Не знаю. Черт. Сам и спросишь. Они еще живы. Разберитесь с ними. Что ж, засекли нас. Ну, мы особо, конечно, не прятались. Так, а события развиваются так, вот видите, что человек этот американец оказывается. Походу, еще с ним, да, спецслужб. Блин, четвертый. А, всем обстреляли. Ну, вот, как я и говорил, может стрелять по стеклу, ведь, и они не могут удержаться, естественно. Так, давайте дальше. Ух, ё. Давай. Так, пулеметчик, блин. Давайте туда правда приеду. Опа. Вряд ли он сможет устоять перед гранатой.
покупать. Бежать всем. Да, вот именно про этот, друзья мои, драйв я вам говорил. Все так искрометно, так тоже классно происходит. И музон. Так, добьем. Так, ладно, надо сваливать из этого, блин. Неудобно очень отсюда стрелять по тому проходу. Ну, такой хитрый как-то спрятался, да? Посмотрите на него. Сидеть, стоять, лежать. Так. Вот там самый хитрый тоже стоит, да? Мы поближе разберемся. Покину здание! Осторожно, у него дробовик! Действуйте самостоятельно! Действуй по обстановке! Понял! Внимание, движение! Ну нифига не видно в этой буре. Приходится так отчасти наобум стрелять. Бурю, как да, я думал, что они тоже как прикрытие будут использовать. И их больше просто тут. Смотрите, как выбегает народ Юла. Это такое опасное местечко. Могут здесь окружить и увидите, вот гад. Так, а наши стоят, смотрят, не видят, наверное, стены. Пусть как мы свои силы только рассчитываем. Так, с калашничком полегче будет уже. Давайте. Так, пробрались мы. Во, патрончики лежат. Тут надо собрать. Теперь месяц песком плеваться. А где ваши маски? Мы же в масках были. Не расслабляйтесь еще той части. Нам нельзя терять время. Каждая минута может спасти чью-то жизнь. Будьте начеку, господа. Так, четвертая глава. Третья как-то так скоропостижно прошла. Фу, ну и вонь. Сразу ясно, что здесь кто-то жил. Но если это жизнь? Это выживание. Примерно с тех пор, как начались бури. Жизнь — борьба, но это не дает права убивать солдат. Американец явно дал им такое право. Но зачем? Я не знаю. Так. Я не знаю, ребятки, кто бы что ни говорил, но декорации в этой игрушке просто потрясающе сделаны. Впереди свет. Разберись. Если рассматривать игру как с точки зрения постапокалипсиса, такого легонького, то покруче даже, чем Rage, я думаю, сделано. Так, все за мной. Не то чтобы Rage эталоном каким-то тут был, но очень многое видно было. Декорации было проделана работа над декорациями. Спокойнее, внизу гражданские. Так вот, здесь тоже. Ни хрена себе! Шелковые занавески, серебро, отличный хрусталь. Свечек столько зажженных. Атмосфера просто тоже, конечно, зашкаливает. Господи, их просто перебили всех. Не, смотри, их построили. Это казнь. Прямо как в Кабуле. Дрянь. Да. Дрянь. Ну ладно, не будем грустить по ним очень сильно. Идем дальше. Слышали? За мной. И тихо. Мы будем продолжать, пока ты мне все не расскажешь. Сколько солдат находится в водохранилище? Уходи, пока можешь, агент. Наши бойцы уже на подходе. Проклятые не спасут. 33-й перестал существовать, нарушив приказ. Пошел ты. Дубай жил бы в мире, если бы вы не подняли местных. Подбили убивать солдат. Вы правда думали, что мы не ответим? На то и расчет. ЦРУ всегда завершает начатое. Что ж, давай докажи. Ни хера я не скажу. Нет! Что это? Не стрелять! Опусти оружие. Думаешь, я дурак? Нет, поэтому ты сейчас уберешь свою пушку. Опусти ствол, я опущу свой. И не мечтай. Как звать? Макферсон. Лейтенант. А ты кто? Уокер, капитан. Нас прислал твой друг. Он был возле самолета. Правда? Где же он? Погиб. Почему я не удивлен? Ну и думаешь, мы его убили? Этого я не говорил. Да ты вообще не из болтливых, друг. Параграф 4, капитан. Обратитесь к моему командиру. А он где?
Думаю, сейчас он уже внизу. Ага, наверняка. Подождите здесь, я за ним схожу. Обыщи труп. Так, ну что ж, когда в подобных вещах замешано ЦРУ, дело начинает пахнуть скипидарчиком. Он не врал. Это жетоны ЦРУ. Черт, этого еще не хватало. Да. Ты отпустил его? Зачем? Я не собираюсь убивать наших, Луга. Плюс он может вывести нас к батальону. Давайте спустимся вниз. И посмотрим, что же у нас здесь. Ни хрена себе! Это же добро ЦРУ! Наверное, это их база. Прикрываться гражданскими? Не очень-то по-мужски. В духе ЦРУ. Да, но вот стрельба по своим нет. Точно говорю, они из ЦРУ. Так, тут, там, блин, пришел. Выполняйте приказ. Вот они! Вали! Внимание, враг близко! Ух, ёшкин, как я так спиной-то умудрился повернуть. На самом деле, на более поздних уровнях мне бы этого не простили, ребятки. Что? Это были солдаты. Круто, наши круто. Солдаты. Это самооборона. Мне от этого не легче. И не должно быть. Так, ладно, не мучайся. Все. Все назад. Все. Впереди вижу свет. Это выход. Вернись! Идем туда. Остановись, понял? Тебе же лучше надо. Открыть огонь! Не откроем огонь, нас убьют! Давай! Так, 33-й, в общем, батальон. Не церемонится особо, я смотрю. Открывают по нам огонь. Ух, ёшкин, опять грен. Да, вот, кстати, вот подобных таких вот ситуаций очень много. Неожиданных таких, то прилетает грена. То, блин, не знаю, у вас там пущены могут так... приезжать вообще за укрытием и чуть ли не все хп сносить. Это, кстати, тоже очень нравится, когда в бошку попадаешь, так на секунду время замедляется. Не знаю, особо, конечно, преимуществ никаких не дает, но такая находочка достаточно интересная. В играх такого мало. Черт, блин, сразу бащин меня начинает тут гасить. Хитрый. Так, давайте-ка мы выбежим из-за этого укрытия, дурацкое. Как он неудачно вылез-то, а? Прям как раз мне под прицел. Подобно, кстати, в помещениях, в таких узеньких коридорчиках, здесь весьма и весьма удобно пользоваться дробовичком. Ну, я это не очень люблю делать, правда, не без этого в игре у меня будет. Дробовичком удастся, придется попользоваться. Так, трупачки. Это местные, похоже. Тут там визжит. Нужно идти, пока здесь не оказалось больше солдат. Больше американских солдат. Дезертиров. И что делать? Чтобы в этом разобраться, нам нужно найти Конрада. Это поможет? Его батальон дезертировал. Чего вы здесь сели-то? Конрад всегда был человеком чести. Может, батальон испятил, но полковник тут точно ни при чем. С чего ты взял? Потому что я его знаю. Так, открывай. Без вопросов. Да, очень странная эта фигура. Конрад. Пока вообще ничего не понятно, что здесь происходит. 33-й батальон. 33-й собирает гражданских? Зачем? О, черт! Они их всех убьют. Надо что-то сделать, Уокер. Сейчас сделаем. Тогда надо поторопиться. За мной. Давайте приступим к освобождению мирных жителей. Блин, на самом деле достаточно сложное тоже место здесь. Какой он прыткий, а? Убежал от меня.
на нормальном тоже так я постоянно испытывал такой легкий нехват. Не то чтобы, конечно, не хватает, прям уж так конкретно хорошо попал. Да, бывают такие затруднения. Да и в дальнейшем тоже будет. Дурак, кот присел, блин. Тебя сейчас. Ух ты ж, ё! Сколько мне ставить, как я вовремя их заметил. Постоянно, ух ты ж, ёкаю. Очень там что-то со всех щелей они. Тут группа такая организована. Гранат ловить. Блин, это я слеповуху бросил. Ну ладно, тоже. На самом деле, вот эти вот переговорчики их прикольно тоже слушать, когда там противник там арш перезаряжают. Ну не знаю, почему я обращаю на это внимание, в принципе, не такая уж важная эта часть, но тем не менее почему-то бросает мне лично в глаза. И не потому, что здесь больше броситься нечем, а потому что атмосфере это придает. Опа! Попался. А вот и дробовичок. Пошел. Так, тут вот там помощь. Ты, ребята, сколько у вас тут засело-то, а? А, не, немного. Просто что-то они так плотно по мне просто стреляли. Фу, да, что-то как-то, блин, сложновато, сложновато. Прям со всех щелей, такие прям настоящая боевая операция. Кстати, на самом деле, я тут недавно вспомнил на мене, что была раньше такая игрушка тоже, спеков, по-моему, две части выходила, не помню, чья фирма была, кто делал. Ну, от первой части, я когда помню, первый раз ее увидел, это был, блин, далекий какой-то, 97-й, что ли, год, 98-й. У меня просто челюсть отвисла, как это было круто, тогда вообще такой прорыв был. Сейчас, конечно, уже это все дело смотрится, если кто помнит или кто играл. Некоторые даже тоже ничего не родились. Моих зрителей, но тем не менее, она, конечно, сейчас эта игрушка никакого отношения к старым не имеет, ни сюжетом вообще, только, наверное, франшизу используют все, имя только что, даже не франшизу именно, а имя только используют. Больше здесь старых частей ничего нет. Там была так, был такой тактический шутер наподобие флешпоинта, такой вот немножечко такой более он коридорный что ли был. И то мне так. И там и открытое пространство было много, но вся строилась игра на тактике в основном. Сюжет там такой второстепенную роль играл, и там предстояло. Приходилось чистить огромные территории. Очень сложная она была и хардкорная игрушка. Но, блин, я помню, на тот момент у меня был такой слабый компьютер, не мог он у меня нормальную игрушку эту там. Нужна была DFX-карта, а у меня ее не было. То есть видео с хорошей видеопамятью. И так я просто, блин, не вкусил я ту игрушку в полной мере в те времена. Потом, правда, уже начал уже поиграть, но она уже, потом, на тот момент, когда я мог позволить себе в нее поиграть, перестала быть интересной почему-то. Блин, дробовиком, конечно, такие дистанции действовать бесполезно. Зато вот здесь хорошо. Обо, видите, они прям ко мне шквалом просто жахнули, и сразу у меня все, все как бы слетело.
Ну, хп там, конечно, нету. Есть такое невидимое здоровье, которое восстанавливается. Как во всех таких шутерах. Экшенах, вернее. Ой, хорошо. Как... Вот это ты прав. Попал. Давайте. И сейчас хорошо попал. Да, иногда бывает, я вот такой вот прям... Вот, в общем, такие вот дела, ребятки. Может быть, кстати, как-нибудь попробую вообще загрузить эту игрушку. Не знаю, пойдет она, не пойдет на семерке. Блин, что-то не совсем. Сколько ж вас тут, а? Купировали просто территорию. Уже целую армию просто уничтожил народу, а они все прут и прут, прут и прут, блин. Так, давайте обойдем их с фланга, наверное. Так, вот здесь аккуратно, здесь будет сейчас женщина выбегать. Не пришибите ее ненароком. А то мало ли чего может на сюжете сказаться. Блин, она эта зараза под пуль, правда, сама лезет. Но ей здесь повезло немножечко, я так вовремя прекратил стрелять из укрытия. Так. О, какой хитрый как. Стоит тут. Блин, ну еще меня чуть не пристрелили. Обалдеть. Луго. Адамс, прикройте нас. Меня, вернее. Так, давайте займем пулемет. Пошли, пошли! На этом наша стрельба еще не прекращается. Ого-го, сколько еще. Стрелять надо народу. Но, благо здесь... Торопился. На верхнем балконе взрывать. Так, ну в общем, надо вот это стеклышко взорвать. Большое окошко. Чтобы тут все нахрен, короче, высыпалось. Видите, она так потихонечку под нашим напором. Все трещины больше. Так, вот теперь можно. Включи снайпер, ешь сходу. Так, вот, все, отлично. Накрыло всех медным тазом. Если можно так выразиться. Боже правый. Черт, я пуст! Это все? Вроде да. Что, гражданский? 33-й забрал кого-то? Да, забрал. Без перевода ясно, что им плохо. О чем они говорят? Хотят, чтобы мы ушли. Пойдем отсюда. Что стоять без толку? Все равно им не поможешь. Идем. Так, ну что ж, ребятки, на этом заканчивается вторая часть. Увидимся с вами в третьей. С вами был Иван. Всем до новых встреч и большое пока.